Добрый вечер, с вами Елена Зорина. И вот сегодня я посетила церковь, католическую церковь. На выходе вот было такое красивое дерево, но оно начало всыхать, из него сделали такой памятник и поставили там, посадили цветы и поставили там Святую Матерь. Какое красивое было дерево. Ну, так послужит еще, постоит. Еще послужит немножко. Да, ему было больше 2000 лет, этому дереву. Ну, ничего, и так служит. Служит людям еще.